Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Dark Souls 3. Итак, в предыдущем выпуске мы нашли вот этот вот секретный проход, я так думаю, по крайней мере, да? Давайте мы сейчас эту платформу сюда вызовем, потому что она нам нужна. Я так и не понял, куда ведет этот лифт, соответственно. Надо это дело узнать. Вот так вот. Давай-ка поезжай. Высоко тут? Да, высота тут приличная. Мне показалось, или там какой-то тайник есть? Не совсем понятно. Метательный нож. Хорошо. Перекат. И что? Ну, перекат и перекат. Или это все относилось к метательному ножу? Да, какой-то быстрый переход, но куда он ведет? Вопрос хороший. Ага, вот теперь уже понятно. Великолепно. Тут есть рядышком костерчик, я думаю, до него можно добежать. Ах ты тварь такая, ах ты сука. Чего ж ты не даешь-то пробежать здесь нормально? На тебе. Не угомониться никак, сволочь. Ладно. Наша задача сейчас здесь добежать до костра. Потому что, как я понял, тут рядышком босс. Давай-ка отдыхай. Вот, великолепно. Теперь хотя бы уже приличное количество здоровья. Наверное, лучше всего сейчас использовать уголь. Потому что благодаря углю можно призвать дружественного персонажа, да, если я все правильно понял. Так. Здесь на самом деле все не так-то уж и просто. Хорошо, великолепно. Ох ты, тварь какая! Собака, блин, проворная оказалась, однако ж. Но ничего. Так, здесь лучше не торопиться. Так, еще ты остался. Получил тунца. Ну и замечательно. Тут арбалетчик сейчас будет, да? Еще сюда можно куда-то пойти. А, знакомое место. И ты. Вот теперь отдыхай. Так, где здесь босса-то можно? Ой, боссов. Вон. Напарника. Львиный рыцарь Альберт. Да, давайте мы его позовем. Потому что он нам нужен. Еще как. Ну, что? Отлично. Все, теперь, наверное, лучше всего идти к боссу, да, если я все правильно понял. Да ё-моё. Так, рыцарь Альберт. Пойдем как боссу уже, а? Пойдем как боссу. И еще кого-то можно позвать. Мастер мечей какой-то. Угу. Давайте пока у нас есть рядом эти фантомы. Мы сейчас... Так, ты... Конская залупа, не мешай. Что они делают? Подумал на секунду, что они друг с другом дрались. Ой-ой-ой. Прекрасно. Что они делают? Они друг с другом дерутся, походу, да? Так, где тут этот сильный, очень-очень сильный товарищ, которым нас пугали? Давайте попробуем. Ему тут.
прекрасно. Готов. Изысканный самоцвет. И щит рыцаря Лотрика. Прекрасно. Все, теперь уже можно идти к боссу. А, кстати, я встретил одного персонажа. Он попросил колечко отнести. Вот к этой вот старушенце. Давайте мы выполним его просьбу. Так. Что это за надпись? Ага. Лазурный путь. Отправляйся к подножию высокой стены. Это все она уже говорила. Нет, не ей нужно кольцо принести. Как-то странно. Так, что это такое? А что она за вещь дала тогда такое? Что-то я не совсем понимаю. Щит рыцаря Лотрика. Он что, по характеристикам? А, понятно, это же не оружие сейчас. Что она за предмет такой дала? Это очень интересно. Как-то это странно. Ладно. Щит. Ну, в принципе, этот щит, он получше считается. Но у него меньше прочность. Пускай будет. Все-таки наш персонаж все равно ходит без щита. Все, теперь уже, наверное, лучше всего идти к боссу, потому что как бы тут команда собрана. Можно еще, кстати говоря, бухнуть. Вот, великолепно. Шлем рыцаря Лотрика. Осколок титанита. Шлем это, кстати, очень хорошо. Можно персонажу одеть его? Да, можно, но он тяжелее получается. Хотя в этом шлеме персонаж выглядит покрасивее, надо признаться. Потопаем, посмотрим, что это такое. Что за босс такой? Чуть мне эти надписи совсем не радуют. Как-то это стрёмно. Давайте, фантомы, помогайте. Ну и чё ждёте? Молодцы. Ой-ой-ой, чё ж ты, блин? Ай-яй-яй. Душный монстр. Осторожно. Ты что творишь-то, блин? На всякий случай полечиться. Аккуратно. Ё-моё. Да что ж ты будешь делать, да? Что быстро выносливость тает? Пипец. Ладно, хотя бы тут поцик полечился. Ё-моё. Лечись. Чё ж ты скачешь-то как ненормальный?
давай. Ой, жесть. Наследник огня повержен. О, мое сердце. Но стоит признать, что во многом это все заслуга вот этих самых фантомов. Так, прежде чем идти дальше, давайте-ка мы с вами, пожалуй, отправимся в цитадель, я ее так называю, и прокачаемся. Это получается жестко очень. Нужно персонажу нашему ловкость качать, потому что без ловкости что-то как-то совершенно. Никакое оружие толком нельзя использовать нормально. Так, хорошо. Нужно где-то до 16 ловкости прокачку делать. А, здесь, получается, не знаю даже. Душа Ворта из Холодной долины. Одна из душ, переполненных мощью. Используйте ее, чтобы получить множество душ, или проведите транспозицию, чтобы раскрыть ее истинную силу. Ворт служил рыцарем-легионером на внешних границах и держался недалеко от стремительной танцовщицы. Что? Хорошо. Так, а если попробовать продать ей, сколько? 2000 душ, да? Я думаю, что старуха, скорее всего, барыжит. Ладно, давайте попробуем использовать тогда персонажу эти души. Да. Ага, те же самые 2000 получается. Вот оно как. Ловкость, ловкость, ловкость. Да, та же самая ловкость. Фух. Что там для оружия получается по требованиям? Вот по идее, алебарду крылатого рыцаря лучше всего использовать, но для нее еще нужно докачаться хорошо так. Ну, все, можно уже отправляться к этому месту. А Ворд из Холодной долины. Да. То, что нужно. Как раз таки. Ух, босс, конечно, пипец. Жесткий. Сильный. Ужас. Ужас. Но, по-любому, нам фантомы очень помогли. Победа. Пройдите к краю скалы и поднимите флаг. Че это тут? Камера-то так отодвинулась. Ладно. Ой-ой-ой, опять что ли босс? Нет, не босс. Такие вроде были же ведь летающие твари в первом Dark Souls, да? Которые переносили из одного места в другое. Или я что-то не особо помню, не знаю. А с другой стороны, откуда тогда кровавые пятна все? Какая-то мистика прям. Вот тут, кстати, FPS во время заставки просел. Но сейчас выровнялся, я не знаю почему. Прям какая-то мистика, однако. Это лестница? Нет, это не лестница, это мне показалось. Ну и хорошо. Большая душа покинутых останков. Понятное дело. Здесь? Здесь тоже не лестница. Что-то как-то жестко. Жестко. Какой-нибудь противник, что ли, большой? Не? Никакого большого противника здесь нету, да и фиг с ним. С этим противником. Я, по крайней мере, хоть немножечко расслабился. Потому что какое-то напряжение такое прям повисло с этим боссом.
До сих пор руки трясутся. Так, ну здесь, по крайней мере, стандартная нежить. Ой, нет, не совсем. О, ну ладно. Все за нас сделают. И сюда. Отдыхай. Падаль такая. Грязная. Привет, пёся. Осторожно. Слышь. Быстро. Блин. Какие твари-то, ты подумай. Пей давай. Жесткие совершенно, необузданные. Если вовремя не увернуться, они же так, блин, захавают по полной программе. Осторожно, враг. Я уже слышу. Бомб нету, к сожалению. А, понятно, пёсеры, да? Быстро. Ах ты, падла. Снова здорово, суки. Что ж такое-то? Красивый череп? Я не знаю, для чего это, но пока, я думаю, это и не нужно. Прошу, даруй мне смерть. Сними мои оковы. Так значит, это правда. Чемпион пепла собственной персоной. Встретиться с тобой — большая честь для меня. Я Йоэль из Лондона, пилигрим, что нетрудно заметить. Вот только неизвестно почему, но я не умер, хотя это было предначертано. Что ж, наверное, я еще не исполнил своего предназначения. Скажи, а как ты относишься к мысли взять меня к себе в услужение? Я когда-то был чародеем, я тебе пригожусь. Право, это честь для меня. Я должен был быть мертв, но ты даешь мне новую цель в жизни. Я Йоэль из Лондора, присягаю тебе на верность. Да, действительно видно, что это пилигримы. Только, правда, они все померли здесь. Косточка возвращения. Красиво, да. Но стрёмно до усрачки. Хорошо, теперь, по крайней мере, сразу же понятно, в чем суть. Другой вопрос, что я не знаю, что здесь делать дальше в этом месте. Через те врата каким образом пройти? Здесь какой-нибудь есть рычаг? Есть рычаг, да, отлично. Отдохни. Вот ты костерчик. Ай, прелесть. Что за звук? Ага. Вон там кто-то тусуется. На вершине башенки. И это хотя бы сразу видно. Не, лучше отдохнуть, я думаю. Отдыхай, молодец. Собаки сейчас пускай туда свалят. Сейчас дернет за рычаг, по идее, да? Нет. И без этого обошлось. Ничего интересного, да? Здорово. И вас тут несколько, я так понял. Опасен копьеносец в первую очередь. Нет! Расслабься.
думаю, у него что-то есть. Нет, у него ничего нету. Вообще. Мухи, что ли? Да, я слышу мух. Малый кожаный щит. Наверное, хорошая штука для парирования, которую мы пока что, наверное, использовать не будем. Пока что у нас только такой воин идет конкретный. Что-то я пока не хочу туда идти. Что-то такое с мужиком непонятное. Осторожно, смерть. Опа! Осколок титанита. Сгусток угольной смолы. Я не знаю зачем. Я так понял, вот какие-то опасные твари в шапочках дебильных. А вот еще одна, да? Ой. Так, 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 спокуха. Нет. Скотина-то свои возможности переоценил только что. Опять-таки сгусток угольной смолы. Здесь дико жужжит все. Много мух, видать. Так. Куда-то сюда надо идти, скорее всего. Если я все, конечно же, правильно понял. Там, смотрю, много засранцев. Лучше, наверное, туда зайти сейчас, потому что там этот упырь ходит туда-сюда, патрулирует территорию. Надо ему промеж глаз засветить, чтобы мало не показалось. Эй, здравствуй, хер мордастый. Порошок для починки. Хорошая штука, может пригодиться вполне. Так, это туда. Избушка такая неплохая, атмосферная. Атмосферная избушка. Вот так. Ну, тут, в принципе, я так смотрю, больше ничего особенно-то важного и нету. Вопрос такой. Кости Лоретте? Интересно. Опа! Ну чё ты? Петушок, блин. Нет! Ой, осторожно. Не! Обойдешься. Ё-моё! Так, надо бежать отсюда. В какую сторону? Ох. Засранка такая толстая. Блин! Отдыхай. Шипастая булава. Надеюсь, хорошее оружие. Проверять некогда. Надо сражаться. Копье носится, на-ка, мутный парень. Эй, иди сюда. Опа. Чё-то ты какой-то неэнергичный. Отдыхай. Ты на очереди. Ну-ка. Конечно, по большей части они, в принципе, не такие сильные. Так, прежде чем идти туда, давайте посмотрим, что это за копье такое. Опять-таки, по характеристикам не хватает. Нужна ловкость и сила. Да. Никого нету. То, что осколок кастался, это прикольно.
Хотя бы можно будет в идеале взять и увеличить количество фляжек. Ух ты, падла! Неа. Уголь. Да, детка. Прекрасно. А тут в колодце есть что-нибудь такое романтичное? Нет? Что-то тут там нет. Там просто дырочка. Окей. О, а тут еще патрульный ходит. Эй, слышишь, местный шериф? А тебя. Пам-пам-пам-пам. Я думал, лучше тут побегать, так не торопясь. Походить, посмотреть, что да как, почем. Прежде чем углубляться в эту локацию. Ух ты. Фига себе, ты тут типа спрятал в тенике, я понял. Ты не любишь загорать. У тебя кожа плохо для этого подходит. Наверное, быстро волдырями покрываешься. Крем от загара надо использовать в таком случае. Тут... А, тот же самый путь получается, да? Мне хочется найти костер. Да. Потому что костер это потрясающе. Даже не знаю. Опа. Перекат. Где эта дрянь тут? А, вниз упала, да? Я думаю, что мы не пойдем в эту дырочку. Не надо. Это слишком опасно. Ой, место неприятное, я вам скажу. Очень. Ага, даже так. Как-то она просто открылась очень. Меня это даже слегка напугало. Угу. Как-то подозрительно тут тихо. Кто-нибудь вылезет. Говорю же, кто-нибудь вылезет, блин. Угольная смола. Хорошо. То есть это такие замаскированные противники получается, да? Ага, вон он. С этой стороны не открыть. Плохо. Нет. Оба. Дудочку свою не надо тут дуть. Топор раба. И осторожно атаковать из засады. Это, наверное, касается вот этих вот ребят, которые любят дуть свою дудочку. Вон еще вот этот и вот этот. Нифига себе. Так, хорошо. Вот так вот, чтобы наверняка. Впереди клад. Какой клад? Душа путешественника. Отлично. Надо сейчас поблагодарить писца. А тут, скорее всего, никакого клада нету, конечно же, да? Опа! И чё это он? Ах ты, что происходит-то вообще? Что за херня-то? А, это какой-то... Какой-то волшебник. Я не понимаю еще, куда персонаж бежит. Совершенно. А
Осколок титанита. Но этих монстров надо перебить однозначно. Куда пошел? Хорош. Ржет этот моб как ненормальный. Это опасно сейчас. Это очень опасно, я бы сказал. Ах ты, тварь. Быстро. Ну. Пипец. Долго так соображал, я офигеваю. Ой. Ходить надо этой бабе. Определенно. Не хватает. Может быть, костер тоже дадите? О, замечательно. Еще и темный дух. Втиснулся. Супер. Я предлагаю побегать немножко. Ёлы-палы, что творится? Я себе не представляю. Что вообще здесь делать надо? Душные они все. Ёлы-палы. Беги. Мы же отсюда пришли? Вроде как да. Хорошо. Так. Теперь надо подумать. Спокойно. Без истерики. Костер. Ты что, ты, ёб твою мать? Блин. Ну, если бы я пошел в обход, по-любому бы персонаж не добежал. Тут вот, вот как ни крути. Вот вообще. Ну что, придется разобраться с ними. Так, сразу. Так, тут эти гниды где-то, нет? Или я все забыл? Да. Ты ёб твой! Топор опять. Нахер мне твой топор не нужен. Я тут еще один. Мудак. Ты ёб... Издеваешься, что ли? Их надо разобрать, потому что они быстрые. Они тогда будут мешать персонажу, так или иначе. А там такое количество душ, что это все надо быстренько брать. Так, это жирная гамадрила там респаунится, получается. Хорошо. Опа. Даже так, да? Тихонько, не торопись. Обязательно это все надо поэтапно сделать. Ты что, зверевший, что ли? А, это ты, который тенек любит. Да. Ух, опасно, однако.
Ёп. Называется, решил. Ёп, таргет. Суки, а. Давай, пей. Мутные твари. Неприятно дико. Ёб, ты что ж ты, ты, сука, что тупишь-то? Говноеды. Ой, блин. Давай, иди сюда. Дерьмо. Подходи давай. Мудила. Чем с тебя будет мне? Так. Тут уже только бежать, если. Другого не представляю варианта. Вон, бери. Быстро. О, да, детка. Ох, давайте телепортируемся. Надо вкачаться по-любому. Блин, душное место, жесть. Неприятное. Но главное, что мы эти души взяли снова. И они не были просто так оставлены там. Значит, давай прокачиваться. Конечно же, это ловкость. Ага, великолепно. Так, молчать. Где у нас там? Использовать. Это вообще тут мизер, ни о чем абсолютно. И... использовать, опять-таки. Вот этого должно хватить уже. Нормально. Ловкость, она по-любому нужна персонажу, получается, да? Оружие. Какое оружие теперь, получается, может быть лучше? Ну, это хуже. Длинный меч по-любому получается. Силы тут не хватает. Тут не хватает силы, да? Нужно силу побольше. Определенно. Вот это, в принципе, хорошая штука, шипастая булава. Ну а для нее, насколько я понял, нужно... Что для нее нужно? Для нее нужна сила. Дополнительная, да? Так, и надо улучшить флягу с эстусом. Угу. Так. Укрепить флягу. А, естественно. Ух. Получается, теперь мы уже можем использовать до 7 фляжек. И это прекрасно, это просто супер. Хотя, конечно же, очень-очень дико сложно. Игра, конечно, показывает во все зубы, но мы, по крайней мере, с этим справляемся. Единственное, что мне не нравится, это то, что вот эти вот жирухи, короче, там респаунятся. Вот это совершенно неприкольно. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.